Чё, играем, разыгрываем скины, раздаем купоны. В течение всей трансляции на нашем YouTube-канале. Там же можно найти секретный промокод. О, 30% к пополнению. Обалдеть. О, мистер Симпл недоступен. Так, ну чё, у меня доступны фрикейсы. Посмотрим, что с фрикейсов. Потом я вот думаю, какие бы покрутить. Гадюка. Пойдет. Хот-род был бы поприкольней. Ладно, но мы и гадюки рады. Бабло. 35 рублей выпало. Вот это да. Азимов-то был поприкольнее. Или метеорит, дезерт игл даже. Такого скинчика не этого. Так, что? Давай по пол фул линейку Южный парк пройдем. Фул линейка Южный парк. Посмотрим, что здесь может выпасть. Хорошо. Этот мне нужен скин. Кенни Маккормик. Кенни Маккормик. Сайрекс. Так, а сколько Кенни стоил? 155. Ну, 100 же окупил. 100 же окупил. Ну, 55. Вот, целую обнимаю там. Ну, лучше бы целую обнимаю выпал. Так, этот 55 стоил. Открыл за 125, да? Не так. Так себе. Кайл Брафловски. 64. И Эрика Картмана. Карпкои. 45 рублей. Ну, это хорошо, это хорошо. Так, теперь что еще? Бля, Симпл доступен, недоступен? Недоступен. Так, сколько в целом и чего? 740 сейчас есть, еще 133 на балансе. Я бы вот эти три сейчас попробовал бы на 10% сделать апгрейды. Вот эти три попробовал бы на 10% сделать. Так, давай ставим 300. 300. 300. Угу. Так, нет, этот не заходит. Так, теперь 450 ставим. Вот пусть кибербезопасность будет. Угу. Так, тоже мимо. Давай 550 поставим. А у меня еще и на 64 рубля скин есть. Бля, чем это какой был? Я открыл. Что я открыл? Я. А откуда у меня еще скин был? А, у меня же выпал с этого. А, гадюка выпал. Я и забыл про него. Угу. Смертоносные песики. У меня же еще с этого выпал. Так, это тоже мимо. Так, что, давай 600. 650 ставим, да? Что, неисправность? Головы. Что, головы возьмем? Дашь мне головы? Дашь? Нет, сучка, не дал. Ладно, я понял тебя. Давай мы сейчас в Silver Elite сгоняем. 10 откроем. Откроем 10. Короче, на фул открываем. Открываем фул пучинка. Такие все по 8, по 8 рублей контракты идут. Так, контракты. Оу, за 33. Окупились, да? Окупились. Значит, можно снова сюда. Дядя Симпл недоступен. Снова сюда.
Крутим-мутим. На понижение, что ли? Чё, всё, ты мне чё, выдал всё, что можно, что ли, выдал, или чё? Ну, так дело не пойдёт, нахуй. Я не согласен. Так, ещё на три хватает. Так, контракты. Ра-та-та-ра-та-та-та-ра. Этих 4 давай. На 14 рублей. На сколько выдашь? На 8 выдал. Так, на 8 выдал, это значит, тебя можно продать за 8. Еще разок Silver Elite крутануть. Так, и... А, нет, в апгрейды. В апгрейды. Что, попробовать опять? Опять пробовать. Так, сатен. Угу. Пусть будет тусклые полосы. Кто-нибудь-то надо же повытаскивать, да? Так, это мимо. И тебя пробуем. Так, это мимо. Теперь 300 пробуем. 300. Так, окей. Чё? Чё, почему? Целое число, ну всё, нормально же, целое число. Ну что ж ты меня теленькаешь-то, мозги-то, черепаха ты, сраная. Блять. А, 336. Цена желаемого предмета изменилась. Пусть жернов будет. Хуй с ним, да? Тоже мимо. Обалдеть, блядь. А, давай тогда за 500. Посмотрим, чё. Стат, трек, дровосек. Чутка не долетел. Так, за 500. Ну-ка, давай мы. Тебя еще ставим на 30, вот на таком проценте. Залетишь ты сейчас? Нет, интересно. Друг, дружище, дружбанище. М? Почти 40%. И прикинь, не залетает. Охуеть. Охуеть. Так, что, давай косарь возьмем. Возьмем косарь. Азарт такой, да? Азарт прям. Косарь. Тридцать 7%. Зашло. Хорошо. Ух, за косарь зашло. Так, это сколько я закидывал? Блять, сейчас бы еще что значит. Ну-ка, что здесь? На 3000 есть что-нибудь интересное? Статрек императрица, ягуар. Вопрос, остановиться, да, или, блядь, пиздануть на 30%. Ух ты ж как! А? Что ты пишешь мои предметы 7? 34, 26. Похуй, пошли, короче. Нет, это мимо. Вот такие пирожки.
Тут бы даже 50%. О, ничего себе, мне там 30 рублей прилетело. Ну, давай что-нибудь на 30 рублей ебанем. Два раза сильвера элиту, да? Все, ну что, на этом все, короче, все, открутили, отмутили, ничего не получилось, ну, впрочем, как и